Это крик горем убитой матери подростка. Еще недавно она общалась с сыном, а теперь узнала страшную весть. Ее ребенок мертв. 12-летнего мальчика обнаружили на площадке 4-го этажа дома химиков 44. Незадолго до смерти ребенка видели несколько человек. Николай живет в этом доме, говорит, мальчишки часто собираются в подъезде, соседи их гоняют. Сегодня он общался с погибшим. Ну как не знал, я с ним перед смертью разговаривал сейчас. Только сегодня. Я сам с ним разговаривал. Я в магазин пошел за хлебом. Он стоит на площадке между 5-м и 4-м. Угу. Привет, я говорю, привет, ты чего стоишь? Он говорит, да я, говорит, этого, Саньку жду. С 5-го этажа? Да, Саньку жду. Я говорю, ладно, я говорю, пошел в магазин. Назад иду, смотрю, лежит. У людей есть подозрение, что парни что-то нюхали. Предполагают, что газ. Это друг погибшего, но, в удивление, ведет себя спокойно, говорит вяло, будто не понимая, что произошло. У меня сегодня день рождения. И, получается, мне было скучно, я его позвал к себе, ну, мы там гуляли там. Вот я его позвал к себе, чтобы мне скучно не было. И, получается, посмотрели видео, посмотрели, в компьютер поиграли. Вот. Потом, короче, я его колой угостил. Потом, получается, он меня взял, ну, получается, я ему за 100 рублей продал этот в карту памяти на 4 гигабайта. Затем мальчик ушел с дня рождения. Он должен был встретиться с папой на улице. Соседи видели, как отец разговаривал с сыном по телефону. Вот только ребенок до него так и не дошел. Он разговаривал с сыном. Они должны были встретиться там возле Леона, что ли. На место трагедии, кроме полиции и скорой помощи, также прибыли сотрудники госнаркоконтроля. Из собственных источников нам стало известно, что в кармане у мальчика был обнаружен газовый баллончик. А вот от чего именно наступила смерть ребенка, предстоит выяснить правоохранительным органам. Светлана Шумкова, Фахри Исламов, новости НТР.